Знакомая ситуация. Нужно войти в банк, но вы не за своим компьютером. Нет считывающего устройства для ID-карты. Нет программного обеспечения. Нет с собой ID-карты. Вообще нет компьютера, а только смартфон и банковское приложение. К счастью, есть мобильный ID. С мобильным ID удобно вести дела. Он работает в любом компьютере, мобильном телефоне или планшете, а программное обеспечение или считывающие устройства вообще не нужны. Спрашивайте мобильный ID в представительстве своего мобильного оператора. Мобильный ID.